Так, ну что, всем привет. Добро пожаловать в новую серию по сталкеру Anomaly 1.5.2 плюс Expedition 2.2.1. Продолжаем. Все ссылки будут в описании на скачку этого мода. Там же будет находиться видеоинструкция. Так. Что у нас тут есть интересного? Надо, короче, сдать квест. Надо сдать квест, это на второй этаж нам переться. Давай фонарик врублю, чтобы вам видно было. Здорово, мужик. Так, я выполнил задание. Угу. Ошибка монолит он мне хотел, чтобы я добыл. Хорошо, все. Давай. Покеда. Я тебе 6 ошибок сдал. Извиняюсь. Чуть болею. Так, надо сдать боеприпасы там, которые мы слутали с монолитовцев, когда отбивались у барьера. Пушки там пару штук у нас есть, вон. Винтовка там, коряк 98. Сик надо сдать. Я там нечаянно продал одну пушку, которую хотел заиметь. На калибр 7,62 на 51. Но я думаю, это не проблема. Что-нибудь интересное, прикольно мы еще найдем, да? Под более мощный калибр. Давай эти вот эти боеприпасы ненужные сдам. Давай вот это у меня тоже добро все забери. С мутантов эти части. Забираю все. Плюс 27 косарей. У нас 119. Так, так, так. А у тебя тут такого прям более-менее интересного нету ничего, да? Я бы тебе ФМДжейки купил бы. Вот так вот. У меня, в принципе, там вроде хватает боеприпасов. Давай еще возьму. Вот так вот купить. Что по медицине, кстати, у меня 4-4. Так, бинтов мало. Давай немножко хавки. Вот так вот пару батонов. Вот это возьму. Геркулес давай возьму. Вещь нужная, как бы, бесспорно. Иногда у меня перегрузы бывают дикие. Энергетик давай возьму. Так, бинты, бинты. Бинты давай сюда все. Вот это. Все-таки идем в такой хороший рейд. Хорошую такую вылазку. Давай верблюжий горкой сюда повешу. Выносливость дает мне. Перекушу немного старым батончиком. Сухарем, блин. Давай вот так похаваю. ХПшка. ХПшка у меня почти полная, но я сажу в аптечку. Куплю у тебя еще, наверное. А то тут бывают такие прям жесткие перестрелки, что я не знаю. Медицина улетает, как горячие пирожки, блин. Давай. Вот так вот еще одну аптечку за 4000. Все, замечательно. Так, куда дальше двигаем? Угу. Ну, это мне на выжигатель мозгов надо идти. А еще я смотрю, здесь тайник какой-то неподалеку у меня. Где он там? Ага. Возле будки на пропускном пункте. Давай сейчас гляну, что там есть. Может, что-нибудь интересное лежит. Так, с какой-то стороны находишься. Прятал вещи под самым носом у этих гайсов. В трубе за дежуркой у входа на базу. В трубе за дежуркой у входа на базу. Вот здесь вот, да, получается. Жиканчик. Вот это вот. Чисто для готовки. Ладно, пофиг, я еще вытяну. Слушай, а ты мне ее не купишь, нет? Что скажешь? Не, не купят. Ну и ради этой херни, блин, переться, опять все это продавать, мне как-то не хочется, на самом деле. Давай, ёбнем водички немножко. Я думаю, самой воды нам еще хватит на очень долгое время. Мы, по-моему, прошлую серию начинали, у нас там было. Так, котик. Не, котика ножичком полоскать не получится.
Давай, короче, двинули. Чё, как новый прицельчик вам? Я думаю, получше будет, чем предыдущий. Который закрывает очень много обзоров. Давай сейвануть на всякий п. Идем в лут зоны. Ой, блядь, опять это освещение уебищное. И там мутанты ходят. И музыка опять орет на всю громкость. Робби у нас благо хватает. Костюм наш держит радиацию. Идем дальше. Так. Чё по карте? Куда нам примерно хотя бы? Вот сюда. Ну давай по стандарту пойдем. Тут же, блин, никакая химера, блин, не обитает, нет? Я надеюсь. Блять, ну освещение, конечно же... Дай боже. Ну, серьезно? Давай бинтанусь немного. Ничего полезного у тебя? О, есть что-то. Так, на мутантов я, пожалуй, возьму дробовик. Самый верный способ, скажем так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай аптечку. Костюмы хорошо цапнуло. Костюмы хорошо цапнуло. 91%. Давай починюсь. Вот так вот. И давай противогаз тоже. 93%. Ниже 70, 80. Ну блин. 85, ладно, давай вот так. Плюс нашивка военного. Ну что, сами виноваты, что сами, что вскочили в эту аномалию. Из-за этой ряби еще так видно все хреново. Че по радиации? Радиация нас пока не трогает.
Нас пока трогает, блин, только это уебищное освещение. И, сука, ебучий монолит. И как мне так вот с вами воевать тут? Я же даже вас не вижу, блин, ни хрена. Так, мне только сбежаться, наверное, с ними. Либо они сами сюда подойдут. Так, ну его нахрен. Давайте сами подходите, господа хорошие. Я не вижу, блин, ни хрена их. Хоть бы вспышка какая-нибудь была бы. Не вижу, блин, вообще. Ладно, давай на прорыв. Он на вышке сидит. Он еще жив там? Давайте патроны заряди. Сейф. Я понял. Давай аптеку покажи. Блин, это пиздец так с ними воевать тут. Реально пиздец какой-то. Мне по-хорошему нужна снайперская винтовка тогда. Давайте подходите, что ли. Ну, подошли. Так, осмотреться. 1, 2, 3. Не, слушай, мне надо, наверное, лучше за камень откатиться по сейву. Потому что я не могу на таких расстояниях с ними работать. Это, блядь, нереально. Что с таким, блядь, освещением? И тут лучше вообще не лезть. И давай музыку потише сделаю. Ебут, блядь, со всех сторон. Давай назад, короче. И буду вас тут со скага отстреливать. Я еще вас видел бы, блин. О, там. Прется, блин. На камень я залез не могу, да? Но оно, собственно говоря, мне и не надо было. Да реально, блин, стреляю какой-то ебучий пиксель.
Я вот там пытаюсь выловить хоть какое-то движение. Я их не вижу, они мне, блин, за пару километров видят. Вон он там. Зараза, а? Обошел же еще как-то подкрался. Давай последний сейф. Я не знаю, ну что, будем пытаться, ну что делать, блин, мне туда идти. Я, правда, потом тоска вонючая, я не знаю, я заменю, блин. Мне реально, блин, скопа какой-нибудь нормального не хватает. Минус один. Минус один, это уже хорошо. Давай. Блин, жрать не хочешь? Давай аптечку. Аптечку тоже не хочет есть. Мне вообще ни хрена не видно, блять. Кем вы там еще воюете? Ах, музыка. Как же я, блять, мог забыть? Ох, ой-ой. Костюмы там сильно мне истрепали. 80. Угу. Костюм мне хорошо потрепали. Прям сказать, очень хорошо. Давай еще жди аптечку одну. Ну что, больше никто на меня не полезет, нет? Вы где там вообще ходите? Как мне вообще по вам работать? Вот он, может, на вышке-то сидит, блядь. Давай еще костюм подремонтирую, воды попью. Аптеку ёбну. Может, так хоть лучше видно будет что-то. Я не знаю, ребята, вы с кем у вас там замес? Ебать, там химера, что ли, блять, или кто? Так, 1, 2, 3. Так, я понял. Короче, забегаем сюда и, короче, посылаем им гранату. Если она у меня есть вообще. А гранаты у меня нету, походу, да? Никакой. Гранаты у меня, блин, никакой нету. Зато есть толпа монолитовцев. Это не можешь не радовать.
звук поубавлю. Ну что, вылазит кто-нибудь на меня будет? О, так, F4. Так, армейскую аптечку использую. Сейв. Что, блядь, произошло? Почему мое оружие увело? Это мутант на меня какой-то подействовал? Минус еще один. Давай, сейф. Так, ну я знаю, там... Еще минимум двое тусят. Так, этому я сделал уже хорошо. Так, сюда же больше никакой засранец не полезет. На вышке тоже больше никто не сидит. Давай по-аккуратному их выщелкивать. Они нас через этот забор видят. Так, назад. Пофигу, сохраняемся. Все, замечательно. Мы много монолитов выщелкнули. Так. Есть тур, вот. Опять мой костюм поломал, блядь. 86%. Так. Он чинит от 65. А, барвинок. Так, F3. И опять у нас такая видимость, чтобы ни хрена не было видно. Так, мы ж так скопытимся, блядь. Заебись, у меня последний сейф. Прям вообще охуенный был. Обожаю эти замесы. Враг монолита, блин. Вы меня там, блядь, чего, с ракетометом, блин, обстреливаете? С РПГ 7 или чего, блин? Так, хил. Сейчас тут хуй один вылезет. Но он меня все равно перестрелял. Каким-то образом. Я в него там зажал прям, я не знаю. Может, дробовика его выхлестнуть? Давай, вот так. F4. Так, не, лучше, наверное, со старого выщелкивать, потому что... Так он что-то вообще браться не хочет. Ты хули, блядь, такой живучий? На тебе мои вообще боеприпасы действуют? Чё это, блядь, за танк на меня вышел? Ему похуй вообще. Ему вообще поебать. Ух, да что ж такой запотный-то дядька попался мне, а?
Сейф. Сейф нахрен. Музыку, 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 музыку. Давай потише. Давай вот так. Фу. Блять, ну еще ты по мне постреляй, да? За компанию, блин. Так, минус еще один. Это жесть, блять. Тихо, 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 дядька, блин. Так, дядька, 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 блин, не еби. Не ебите, граждане. 78. Так, костюм. Ух. Вставляют мне тут пропиздона лихо. Прям очень лихо. Как ты, блядь, живешь еще? Ну так скоро медицина на вас закончится, граждане. Да, с такими монолитовцами я еще не сражался. Да иди ты в пизду, блин. Подловил его на перезарядке. Давай хил. Аптечка вместе пошла. Блять. Сколько их у меня осталось? У меня две аптечки вместе осталось. Давай, пофиг, сейф. Ну я еще с вас полутаюсь. Ой, полутаюсь, блять. Давай за пригорочек этот. Я не вижу, он там сидит, блядь. Там, по-моему, труп просто висит. Так, у меня патроны заканчиваются. Где этот хрен вообще? Кто-нибудь его видит? Вон он, родимый, блядь. Унижен просто. И вот эти бомжи, блин, давали мне по щам. Ох, мать моя. Ни хрена себе мне дробовик, блин, покоцали. Как мне его теперь чинить? Слушай, не, я хочу перезагрузиться. Давай отсюда. У меня что-то, по-моему, когда дробовик выбили, его прям попали по нему, и он сломался прям. Мне такое нафиг не надо. Он был в таком хреновом состоянии. Ну да. Почти новый дробовик взяли, сломали. Ох,
Как же это, блядь, тяжело. Вы не представляете. И он, блядь, не перезаряжен. Замечательно. Все, готов, блядь. Федор Иванченко Готовченко, блин. Давай, свой Desert Eagle на продажу пойдет. Фух! Я не знаю, блин, это какие-то титанические усилия были. Особенно тот хрен, который нас сразу 4 убивал. Я так понимаю, это еще не все, да? Мы типа еще не закончили с вами развлекаться, да? Выбросить. Давай пушку быстро починю, блин, пока там этот идет, блин, подходит. Да, давай уже ваши монолитовские использую нашивки. Все, сейф. Вот есть одна хорошая позиция, которую я хотел бы тебе показать. Где там, блядь, кто там? Нихера себе он там припрятался. Блядь, опять-то музыка разъебная. Звук. Так, вот так. А, броню давай чинить. Вот так вот. Там у вас двоих ничего больше интересного нету, ничего у них больше интересного нету. А других полутать не дашь мне, да? Где же жмых, блять? Вон он ходит. Давай бинт. Хедшот. Ух! Потные максимально. Еще один. Что там у джишки по прицелу? Говняный прицел максимально. Отсоединить глушитель. Выбросить. Вот так вот. Да господи, ну сколько у вас там еще, блин? Просто. Даже полутать не дадут нормально. Кстати, неплохой вариант. Дай-ка посмотрю его. Ну, такое. Прицел же тут не выхватишь, да? Не, не хочу с этой волыной ходить. Соединить глушитель. Разрядить. У тебя говняные патроны. Давай вот так. Давай сейф. Да я поближе подойду.
Угу. Вот там возле этой будки трется. Да. Где ты там? Вот он. Я в упоре был. Жесть, как она есть. Чё, давай нашивочки, вот эту вот всю хрень сюда давай. Чё-то обрез, крест 23М. У тебя что есть интересного? Так, давай свою джишку обратно забирай. Вот так вот. Ну, вроде бы, серьезные пацаны, блядь. Вооружены тоже серьезно. Но полутать с них особо нечего. Нифига себе у тебя сушняк там. Сколько у меня аптеки? У меня одна аптека осталась, там на два использования. Ребят, вы мне аптечки, я надеюсь, принесли? Это что-то с вами невыгодно становится воевать. Кто там, блядь, еще отстреливался? Так, я никого не вижу. Ну ты, блин. Нехороший ты человек. Ой, чем бы подхилиться? Че там эти стимпаки? Заживление ран. Так, ты видишь кого-нибудь? А, это вот он где, ни хрена себе. Не видно прям вообще его. Давай этого дядьку выщелкну. Если это, конечно, он по мне стрелял. Ладно, народ, я предлагаю, короче, здесь засейвиться, остановить запись, продолжить уже в следующей серии. Вот. С вами был Зазепа. Лайкосики, подписки. Все, всем пока.